здравствуйте. Добрый вечер. Патрульная будет служба, сержант Сычкович. Пожалуйста, Дарья Ткаченко, интернет-задание преступности. Предъявите, пожалуйста, ваш пропуск, разрешение на то, что вы имеете полное право сотрудника милиции снимать. А вы находитесь без... в общественном месте. Сейчас я вам удостоверение покажу, сейчас только смотрите. Вот, пожалуйста. А от кого должно быть разрешение? Да, от кого разрешение? Вы скажите, чтобы я знала. Может быть, вы не правы? Хотя бы от начальника. Какого начальника? Какого начальника? УВД. Что вам дает? Валентина Николаевича Красинюка. А как это он должен? Он не должен давать разрешение? Знаете, чтобы вас снять лично. Лично. Я категорически запрещаю снимать меня. А вы мне не препятствуете? Я имею полное право. Какое право вы имеете? Понимаете? Вы сейчас нарушаете закон. Вы препятствуете моей профессиональной деятельности. Серьезно? О доступе публичной информации. Вы сотрудник... Пожалуйста, покажите. Вы сотрудник милиции. Пожалуйста, покажите, пожалуйста, разрешение на видеосъемку меня. Скажите, пожалуйста. Я вам запрещаю снимать. Не имеете права. Имею полное право. Вы нарушаете мои законные права. Внимание. Послушайте меня. Нормативный. В данный момент, обращаясь в такой форме с гражданкой Украины, вы нарушаете инструкции, приказы. Серьезно? Министерства Какие? Внутренних. Пожалуйста, предъявите. Где прописано, как вы должны общаться, как сотрудник патруля. Я общаюсь нормально, понимаете. И устав патрульного посольства, знаете его? Я, знаю, узнаю, я понимаете. Так вот, когда узнаете, говорите. В грубой форме. Я понимаете? С вами нормально, корректно общаюсь. Нет, это не нормально, на повышенных тонах. Как ваша фамилия? Представьтесь, пожалуйста, еще раз, чтобы мы записали. Давай, пошли. Молодой человек, я за вами не успеваю. Представьтесь, пожалуйста, еще раз. Не, можно? И вас тоже можно. Приветики. А что, мусора, да? Да. Я давайте скажу, что мусора сюда. Представьтесь, пожалуйста, молодой человек. Подожди, дай я скажу, что мусора сюда. Ну, и так слышно. Снимаю, не говорите, как это закатали. Опа, вы его убили, я думаю, я не знаю, я сейчас наручники одену и заставлю роять. Одевайте, пожалуйста. Не смешно? Я позвоню. Просто как-то назад. Не, мне так смешно на самом деле. Так и сказал, что согласен, что эти жители закона не лишены. Вы обязаны представиться, назвать свою должность и фамилию. Вы на службе. Вы отказываетесь что делать? Можете представиться? Зачем? Вы на службе сейчас? Я отвечаю. Зачем вы обращаетесь? Я вам обращаюсь. Из-за того, что ваш сотрудник грубо общается с вами из Украины. Со мной. Вас не должен я быть... вас попросил, предоставьте, пожалуйста. Что вы имеете полное право меня снимать. Так вот, смотрите, я понимаю. Я вам удостоверение показала. Я вам показала удостоверение. Вы хотя бы должны спросить разрешение. Чтобы меня именно, понимаете? Нет, сейчас такая ситуация, вы сами поймите. Компроматов можно много чего написать, понимаете? Компроматов. Мы снимали то, что происходило на улице, в публичном месте. Согласно гражданке, которая нарушала общественный порядок. Мы вызвали следственную оперативную группу. Мы снимали не вас. Мы это и снимали. А вы сейчас начали общаться грубо с гражданами, тыкать пальцем.